Одна из, наверное, самых культовых сцен в кинематографе — это когда Джонни Депп своими руками-ножницами нарезает статую, а молодая, потрясающе красивая Вайнона Райдер танцует под падающий сверху снег. Его тандем с Вайноной Райдер, которая, кстати, отказалась от роли дочери крестного отца в одноименном фильме ради того, чтобы сыграть девушку, в которую влюбляется Эдвард Руки-ножницы. И опять же, я думаю, что именно любовная история с Джонни Деппом, они в тот момент встречались, она как раз-таки послужила мотивацией для того, чтобы Вайнона сыграла эту роль.